Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «Время говорить». Коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Накануне праздника полиция марширует, ученые метут дворы, некоторые рязанцы остаются в трущобах. Местные реалии перед 1 мая. Мэра на техзадание. Касимовские депутаты намерены креативно подойти к назначению главы исполнительной власти. Станет ли это примером для других муниципалитетов? Что делать будем? Корреспонденты программы выясняли, чем в 1 мая намерены заняться рязанцы. А теперь обо всем подробнее. Районный центр Касимов может стать юридической родиной нового подхода к назначению глав исполнительной власти российских муниципалитетов. Конечно, это пока прицел самый дальний, однако в своем городе местные депутаты намерены пробить, образно говоря, техзадание будущему главе администрации. Как сообщил нам депутат Касимовского парламента Анатолий Киева, срок полномочий нынешнего мэра Михаила Васильева практически истек. Конкурс на должность главы администрации назначен на 11 июня. Сам Киева стал автором принципиально нового подхода к определению кандидатуры сити-менеджера. Мы хотим, чтобы жители дали какие-то нам предложения для сформулирования оценок, критерий деятельности глав администрации. Это могут быть в течение года отремонтировать какое-то количество дорог, обеспечить определенный уровень дохода населения относительно инфляции, не поднимать тарифы выше определенного уровня. Итак, претендент на кресло мэра должен принять на себя определенные обязательства, так сказать, базовые наказы от народа. Если наш новый городоначальник справится с этим, то пусть работает и дальше. Если нет, то будет определенный законный способ его уволить. С этим предложением мы обратились ко всем жителям города Касимова, в том числе через социальные сети. Я думаю, сейчас все эти предложения будут сформулированы, и на днях я вношу данную законодательную инициативу в городскую думу. Таким образом, Касимовская дума накануне создания любопытного прецедента, так сказать, ступенчатого контроля деятельности главы исполнительной власти города. С одной стороны, слишком уж ново, чтобы чиновник высокого уровня был настолько подответственен. С другой, а почему бы и нет? В конце концов, его народ через парламент на работу берет, на хорошую муниципальную зарплату, так что отвечай перед работодателем. Продолжает программу репортаж Алисии Харлиной о судьбе одного из рязанских домов и его жильцов. В этот злополучный дом наша съемочная группа приезжала 2,5 года назад. Жители буквально ловили нас с видеооператором, чтобы не провалились в дыры на полу или не разбили аппаратуру, падающей со всех сторон увесистой штукатуркой. Люди ждали помощи, а вместо этого единственная служба, которая отреагировала – судебные приставы. В ЖКО Приокский вспомнили, что жильцы перестали платить за содержание дома. И только о качестве и наличии этого самого содержания почему-то не вспомнил никто. Мы понимаем, что проблема, конечно, наша не из легких и быстро не решается. Вот. Дом выставлен на аукцион уже где-то в течение 5 лет. И не только наш дом, вот 47-й, 51-й, в общем, 4 дома. Подняться на второй этаж на самом деле уже подвиг. Каждая ступенька скрипит, проваливается, обязательно в ней есть дыра, и она обязательно проминается. Не факт, что доберешься даже скоро, рискует подниматься на второй этаж. Когда осыпались вот эти перила, жителям поставили вот такой вот заборчик. Ну, скажите честно, на что похоже? В таких загончиках грех не почувствовать свинское отношение. Этот дом 30 лет не видел ни капитального, ни косметического ремонта. На 2008 год износ этого, с позволения сказать, жилья составлял 70%. Но аварийным его не признают, а ремонт делать просто невозможно. Они падают, когда им вздумается. А здесь вот живет двое детишек маленьких. Такой кирпич упадет. Это говорит, у вас падает штукатурка. Если такая штукатурка упадет ребенку на голову, конечно, будет трагедия. Это небольшая комната, которую в нормальных, ухоженных домах принято называть ванной. Ванную, как таковую, пусть и небольшую, жители поставили себе сами, хотя бы для того, чтобы было удобно мыть детей и стирать какие-то вещи. Но посмотрите на окно. Стекол нет, висит обыкновенное полотенце. Если его хотя бы открыть, осыпется абсолютно все, не говоря уже о том, что окно нужно просто вставлять. Вот прачечная, где мы моем детей. Посмотрите, вот, все, нарости какие, все тут, вот, смотрите, что есть, смотрите. Руку покажите еще разочек, крупненько. Да я вот так вам даже проведу еще, вот, вот это все от труб, от стен, вот, смотрите, что есть, какая нарость, что,
А правда, чтобы включить чайник, надо выключить телевизор, компьютер и все, что еще включено? Да, потому что там проводка настолько хлипкая, мы даже не можем обмести паутину. К радости жильцов нашелся застройщик «Мосэнерго», который мог бы отстроить целый квартал, снести эти дома и начать постепенное расселение. Но город в этот клочок земли вцепился буквально зубами. Люди надеются с помощью гласности ослабить эту хватку. К другим темам. Сегодня преподаватели радиотехнического университета провели свой ученый субботник. Студенты отработали ранее, а вот умудренные знаниями мужи и дамы солидно наводили чистоту на территории университета отдельно. Ректор был с метлой. Что же, может быть, символично в свете реформы российского образования? За научно-трудовым симпозиумом наблюдала Елена Вожакова. Традиционное мероприятие для университета в этом году стало более масштабным. Теперь к Центральному парку культуры и отдыха, а также внутреннему дворику вуза, который ежегодно убирали студенты, добавили улицу Пушкина и Гагарина. В нашем университете традиция никогда не замирала, но в этом году мы ей придали чуть-чуть более широкий размах. Настроение у всех хорошее. После завершения субботника у нас каша традиционная, так что я тоже вас приглашаю. Для радийщиков главный праздник – 7 мая. В этот день университет посетит множество гостей, поэтому участники субботника хотят, чтобы на День радио территория их любимой «Альма-Матер» выглядела безупречно. Приедут юбиляры. Вот у меня, например, выпуском 40 лет. Приедут мои ребята. Ну, хочется показать им, что все здесь было в самом лучшем виде. И сказать, что я тут тоже вложил свой, так сказать, труд. На лице проходящих студентов удивление и улыбки. Но руководство вуза это, видимо, не смущает. Радиотехнические начальники считают, что ничего зазорного в уборке территории нет. Об этом знает даже собака Кейси, которая пришла на уборку вместе со своим хозяином. Это наш небольшой 20-килограммовый рыжий талисман, который уже 10 лет участвует в мероприятиях радиоуниверситета. Поэтому все знакомы с ней и уже считают ее своим членом команды. Надо отметить, что энтузиазм, хорошее настроение и, конечно же, добросовестное отношение к делу помогли навести порядок и собрать мусор в мешки довольно быстро. Как пишут в школьных сочинениях, усталые, но довольные все пошли домой. В нашем случае работники вуза проявили солидарность и пошли есть заработанную ректорскую кашу. В празднике рязанским полицейским предстоит нести службу по усиленному варианту. Дело, конечно, не самое легкое, зато провожали на усиление дорожных инспекторов, ОМОНовцев, патрульных и кинологов торжественно. Предпраздничное построение, безупречный внешний вид, напутственные, прочувствованные слова начальства. Даже торжественный марш прямиком к местам несения службы. По крайней мере, эффектно. Насколько эффективной будет строгая и справедливая праздничная служба полиции, скоро увидим. За полицейским разводом наблюдала Олеся Харлина. Пока у всей страны праздники, у сотрудников полиции трудовые будни, причем в усиленном режиме. Уж наши-то люди отдыхать умеют. Количество обращений в соответствующие органы заметно увеличилось. Людям я посоветовал бы быть более доброжелательными друг к другу. И прежде чем чего-то совершить или выпить лишнюю рюмку, подумать о последствиях. Потому что одна лишняя рюмка может привести к тому, что майские праздники заканчиваются в тюрьме. В этом году инструктаж сотрудников в преддверии майских праздников состоялся на площадке у торгового центра «Премьер». Зрелищно и показательно около 200 полицейских, включая бойцов ОМОНа и кинологов, напомнили алгоритм действий нарядов в различных ситуациях. Мы должны более тесно общаться с народом. Сейчас такие у нас, как вам сказать, задачи стоят. Как можно ближе работать с народом, чтобы помогать им во всех случаях. Ну и народ должен видеть, что полиция-то присутствует здесь и охраняет общественный порядок. И, наконец, к событиям завтрашним. 1 мая. Когда-то просто первый день месяца, потом день международной солидарности трудящихся, позже день весны труда, весны труда вместе. Как бы то ни было, 1 мая отмечается более чем в 140 странах планеты, так что в мире будет завтра многолюдно. Как намерены рязанцы провести 1 мая, интересовался сегодня Глеб Галушкин. 1 мая на демонстрацию собираетесь? Обязательно. Обязательно. А почему? Потому что народный праздник. День солидарности. Собираемся. Мы от колледжа идем, будем идти с первомайки до театралки с шариками. Если мы не будем вот так регулярно ходить и отставить свои права, мы будем вообще, никто мы.
На сегодня все. Хороших всем выходных, солнечной погоды и, наконец, достойной встречи Пасхи. Все-таки для православных христиан он будет поважнее, чем 1 мая. Увидимся вновь в понедельник, 6 мая. Удачи вам и счастья!